я долго блуждал в темных лабиринтах, участвовал в различных подземных поединках. Я сам с собой устраивал бой, об невидимую стену бился головой. Потом сказал: постой, иди вперед, не зарекайся ни на чем, сделай правильный ход. И я выбрал свой путь, по которому иду. Благодарен многим за поддержку, благодарен тем, кто критику несет. Вы делаете меня сильнее, теперь мой черед. Спасибо тем, кто поддерживал меня, поверьте, я вас не забуду никогда. Я уверен во многом, но не верю никому. Верю в свои силы, доверяю выбору, за то, что потом никогда я не жалею. А если что не так, закрываю свои спины. Что надо делать, чтоб чувствовать душой? А? Что надо делать, чтоб не чувствовать боль? Что надо делать, чтоб поверить в судьбу? Что надо делать, чтоб открыть себе дорогу? Что надо делать, чтоб чувствовать душой? Что надо делать, чтоб не чувствовать боль? Что надо делать, чтоб поверить в судьбу? Что надо делать, чтоб открыть себе дорогу? Дай департе, ночи сия, ночи нота. Сонни șoapte ce vei face mai departe. Ce vrea să mai cred, ce vrea să nu mai pierd. Doar o euroare, zilele de soare. Să riști, să stai pe picioare, să supraviețuiești fără ca să te doare. E un antrenament lent, aparent condus de același sentiment. Prea numit tratament, fac ce trebuie să fac și nu mă prefac și nu mă dau în figuri. Prețuiesc tot din suflet orice moment, orice n-aș face. Fii pe pace, nu stă ca pe ace, nu te preface. Fii ca un foc, greșesc în centru de tornado. Fii original și ca la final, fute tu finanțele, ci nu ele pe tine, e clar. Prețuiește tot din suflet, ha-ha. Молдова, крепкая основа. Мы говорим вам все то, что видим глазами. Но бывает, проходим духовные стадии. Знаешь, я еще прожил не так уж и много, чтобы понять, где же моя дорога. Не собирал снег ноздрями, не крал денег. Слава Богу, мне приходилось лучше жить, ценить родное поле. Никому не советую выходить на поле боя. Цени жизнь, цени свои желания. Цените близкое по духу, забудь про страдания. Каждый сам себе хозяин, каждый сам себе диктует правила. Но помни, сила свыше управляет. Есть глубокий смысл в жизни, есть то, что надо слушать и ценить душой. Что надо делать, чтоб чувствовать душой? Что надо делать, чтоб не чувствовать боль? Что надо делать, чтоб поверить в судьбу? Что надо делать, чтоб открыть себе дорогу? Что надо делать, чтоб чувствовать душой? Что надо делать, чтоб не чувствовать боль? Что надо делать, чтоб поверить? Prețuiește tot din suflet, orice moment, orice secundă ce îți trece prin viață.